Сочи умные решения уже внедрены в транспортной инфраструктуре, в системе «Безопасный город», ведется цифровизация в санаторно-курортной отрасли и в инфраструктурных сетях. В частности, на территории города действует бесшумный Wi-Fi. Внедрять новые технологии будут также в ЖКХ, образование и социальную сферу. Планируется и создание цифровой долины, акселератора IT-проектов для команд разработчиков из России и соотечественников из-за рубежа. Мы планируем подписать соглашение и с Ростелекомом, и с Мегафоном, и с Росатомом. Все эти партнеры наши будут нам помогать в создании умного города. Мы уже в этом году, к началу летнего сезона, планируем, что у нас появится приложение по объектам показа, по нашим экскурсионным маршрутам. Наряду с теми инвестиционными проектами, которые имеют материальное подтверждение, то есть деньги, еще очень много будет подписано договоров, которые будут подписаны с нашими партнерами. Партнеры, которые будут нам оказывать помощь и партнерское взаимодействие в создании умного города. Все это предполагает улучшение контроля за качеством предоставляемых населению услуг и развитие городской инфраструктуры. Проект «Умный город» планируется реализовать до 2024 года в рамках двух нацпроектов «Цифровая экономика» и «Жилье и городская среда».